под ваши аплодисменты мы начинаем финал Гран-при BCC Championship! И на ковер добро пожаловать! Адильхан Валия! И его соперник Мухаммад Джарбаев!
Итак, уважаемые друзья, чемпионом гран-при весовой категории 77 килограмм DGC Championship становится под ваши аплодисменты Мухаммад Джанбаев! Чемпион данной весовой категории получает приз от спонсора гран-при клуба «Эра юных талантов» в лице руководителя Море Дрим Мельковы 100 тысяч рублей и пояс чемпиона. Адильхан, как мы говорили на предыдущих пресс-конференциях, вы Джанбаева все единогласно называли фаворитом гран-при, и как это было выходить сегодня в финал с фаворитом? Изначально я на нем настраивался, как и получилось на финале, ты все устал, ничего не получилось. Ну, он тоже профессионал своего дела. Сейчас за партнером пришел, братан Баракова. Это Адильхан Валиев! Мухаммад, мы тебя поздравляем. И несколько слов к трибунам, к людям, которые сегодня пришли посмотреть это действительно зрелищный склад. Все на самом деле. Я хотел бы поблагодарить Александру Мухаммаду, потому что я сегодня первый раз говорю, наш первый день турнира. Спасибо всем, кто пришел болеть. Спасибо спортсменам за яркие схватки. Увидимся завтра. Ассаламу алейкум.